Кто-то вечно спит у нас на таких вечеринках. Здесь черно-белая в клеточку. Здесь зеленая. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Все, мы нашли. Холодная? Многодетная семья, да. Вы там не спите? Всем привет. Нет, аж нет. Ой, тебя укачало? Мы приехали за Каролиной. Мы вчера были в гостях, Каролина осталась там ночевать у тети со своими двоюродными сестричками. И сегодня, да, мы вчера были на дне рождения, отдыхали, танцевали. Кто-то спал, кто-то вечно спит у нас на таких вечеринках. Я не знаю. Ты не знаешь, кто? Да, вон сидит, красная шапочка. Вот, а Каролина осталась здесь, в общем, сейчас мы ее заберем и поедем смотреть, как рисуют граффити. Или граффити, как правильно говорят? Граффити или граффити? Ну, в общем, граффити, граффити, вы поняли? Граффити. Да, наш родственник рисует, двоюродный брат нашего папы. Вот, мы поедем посмотрим, как он там рисует, и, в общем, покажем вам. В общем, сегодня обыкновенный влог. Вообще-то у нас сейчас уже вечер. Мы пока проснулись мы. Я в 9. Проснулись мы в обед. Ну, кто-то раньше. А мы спали до 11, чуть ли не до 12 мы сегодня спали, потому что легли очень поздно, приехали домой. Поздно приехали домой, вот, так что мы сейчас поедем, немножечко погуляем. Кстати, мы с девчонками обновляем наши телефоны, сейчас вышла новая версия. Такой вот рабочий стол на осеннюю тематику я создала. Вот такая вот тематика осенняя у меня. Так, Маргарита, у тебя какая-то корова, что ли? Это корова? Mm-hmm. Да? Фон коровки. Так, здесь такое вот. Здесь вот коровка еще у нее. Здесь зеленые. Макаруны. Коровка опять. Ну и утеночек, и собачка. Каролин, да. Где гуляли? Да, на улице. На улице? Да. А комарики покусали? Да. Чешется? Да. За лицо покусали комарики. Да. А как ты спала? Хорошо спала? Да. Ножка не болит? Ножку нет. Перевязали. Она упала очень сильно 2 дня назад. Коленку всю себе разодрала. Не болит? Нет. Ну хорошо. Завтра садик? Ой, то есть школа. Еще недельку и каникулы будут. Да? Да? Потерпите еще недельку. Так, а вот и Ксюшин телефон. Здесь у нас радужное все. Радужки. Здесь черно-белое в клеточку. Здесь зеленое. Оранжевое. Фиолетовое, голубое. Здесь такое вот, не знаю, белое. Прикольно. Единственное, что неудобно, получается, все приложения в разброс. Да? Нужно потом привыкать, где они. А? Заблудились, говорю. Идем сами, не знаем куда. А, по рельсам. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Походу, да? А я и камину. Куда идем? Ну, я думаю, да, где-то здесь. Мы же должны спуститься, там есть речка, мы должны спуститься вниз. Ой, тут крапива, не ходи. Крапива. Ксюша! Вот, нам нужно спуститься. Все, мы нашли. В общем, здесь можно рисовать граффити. Идем, идем. Мама, подожди. Речка здесь. Вон туда идем. Фу-фу-фу. Все стены исписаны. Ага. Мам. Прикольно. А там это красиво. Можно пофотографироваться.
Отдыхаете? Идите порисуйте. А? Будешь рисовать? Попробуй линию одну почертишь. Так, сделаешь все. Или боишься испортить? I don't understand. You and I so different now. We are always, always on the edge. Hearts are open wide. Different yet alike. Пофотографируемся немножко. Вон, скажи ему, он тебя, наверное, научит рисовать граффити. А краску нужно, краску покупать. Только я не понимаю, что там написано. Ты можешь прочитать, что они пишут? Я тоже не могу. Осторожно. Все. Холодная? Ну спускайся, а если сейчас скатишься колобочком? А вот и подняться тоже можно. Детское время закончилось, пора спать. А? Да, закончилось. Давайте садитесь, что стоите. Мы заехали в Макдональдс. Что будем брать? Solo cajita feliz. ¿Quién quiere chicken nugget? Cajita feliz, happy meal или chicken nugget. Быстренько говорите. Рапе, ¿quieres tú? Решили ему мороженое перекусить. Nein, tartar sauce. Es alles. Вот это вкусное мороженое. Celebration. Danke. 26, а что так мало? Пурки там пухито. Так, все получили мороженое. У всех все есть. А куль? Все, поехали домой. Вот такой вот. Макфлюри. Очень вкусное, кстати. Там добавочки разные. Орешки, конфетки, шоколадки. Все, раздеваемся. Мы уже дома. Так, кушаем давайте и это. Мама, можно один? Можно. Кушаем и спать. Время уже 8:30. Переодеваемся. Ты в школу завтра в этой толстовке пойдешь? Поели до двора? Да. Что у тебя челку как-то поделилась? Опять поняшка, еще расческа. Уже были, по-моему, пони. У тебя такая розовая была, помнишь? Да. Прозрачная тоже. Мама, папа бумажки разбирает. Пришло время платить счета. Серьезно сидит. Мама, смотри. Смотри. Гулять? Гулять? Какой гулять? Сидеть? Голос, вау. Не голос, голос. 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 Каролина, Каролина. Голос. 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 Не ля, а ла. Все, Каролина. Ля. Нет, л. Л. Голос. Голос. Так, все, ребят, сейчас мы будем сестричек лайф искать. Ваш персонаж женского пола, да. Убивал людей? Господи, нет. Ходит на двух ногах. Ну да. Вас персонаж знает? Нет. Вашему персонажу больше 16 лет? Нет. Герой мультфильма? Нет. Да, есть старшая, ой, младшая сестра. Мария? Нет, не Мария. Вашему персонажу больше 12 лет? Нет. Что связано с игрой Five Nights? Что? Нет. Ваш персонаж видеоблогер? Да. Связан с вишней? Нет. Состоит из 4 букв имя? Нет. Есть младший брат? Есть. Есть сестра? Есть. Многодетная семья? Да. Катается на роликах ваш персонаж? Да. Та-дам! Знает. Так, Бонь, ну-ка быстро место. Бонь! Так, все. Не выпускай ее. Хулиганку эту. Это кто не спит еще? Это кто не спит? Это кто не спит? Посмотри, она порвала.
Ну порвала Маргарита. Там же песок внутри, если она порвет. Там же песок внутри. Убери. Что там в песке все будет? Все, спокойной ночи. До завтра. 8 часов вам. Тебе. 8. Все. Ладно, все, пока всем, ребят, пока. Спокойной ночи. Пока, Пончик. Ой, вот так. Она язык так высунула еще так. Да.